Эти кадры оперативной съемки сделаны сразу после задержания. Игровое заведение в одном из домов по проезду речников города Рязани открыли в марте этого года. В зале находились 10 игровых автоматов. Играть сюда приходили исключительно знакомые организатора заведения. В ограниченный клуб клиентов входили знакомые подозреваемого, которые пропускались в зал конспиративно. В ходе расследования по изъятые игровое оборудование будет изучено. После этого будет приобщено в качестве вещественных доказательств по материалам уголовного дела. И уже при направлении дела в суд, судом уже будет дана оценка, куда его необходимо будет деть. Московским межрайонным следственным отделом города Рязани Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в организации и проведении азартных игр. По части 1 статьи 171.2 Уголовный кодекс Российской Федерации, и по данной статье наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 2 лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы полученного дохода. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».